Так, ну что, поехали. Берем эту тачку и едем. Давай, посмотрим. Так, нам нужно проехать, ребята, 400 метров, чтобы получить заветный сундучок. А лучше сундук второго уровня взять здесь. Да, ящичек. Итого у нас почти 7000 монет. Ну, я думаю, мы сможем прокачать машинку-то немножко. Если мы не доедем, но мы доедем. Вот я, в принципе, 3000 метров проезжал. Ну, вот и будем проезжать. 3000 метров спокойно причем. Так, есть сундучок первого уровня. Кстати, в русской версии сундуки не прописывают, что это уровень первого уровня, а вот если перевести на английский язык, да, там будет написано кейс первого уровня. Поэтому, ребята, это кейс первого уровня. Ну, мы сейчас возьмем второго уровня. Там, по идее, был, ну, более интересные какие-то детали будут лежать, чем просто первый уровень сейчас откроем. Опа! Стоп, смотри. Тут, во-первых, много денег. И еще и бензин был. Да, кстати, я повторюсь, что мы еще собираем монеты. Оп, нет. Чуть не разбились. Ладно, там они. Почему монеты мы не смогли там собрать? Потому что мы гоним на максимальном количестве мощности. Ага, а у машинки уже загорелся движок. Дымится. А второго уровня мы взяли здесь. А будем брать третьего, а может быть и пятого. Соберем. Так, спешить особо не надо. Нужно как бы вот монетки, они все лежат таким образом, чтобы мы ехали вот именно по этой траектории. Не перепрыгивали их. Да. Но машина достаточно серьезная. Двигатель у него прокачанный. Уже по умолчанию куда-то покупаешь, да, эту машину сразу. О, видишь, какой транспорт хороший. Так, крылышки у меня стоят, кстати. Может быть, мы попробуем свой рекорд улучшить. То бишь, проехать больше, чем мы проезжали обычно. Ну, не знаю, почему я раньше не смог проехать. Видимо, либо бензин закончится, либо, может быть, где-то разбился. Вот, а может быть, еще причина в том, что где-то мы не смогли заехать. Куда-нибудь. О! Так, вот, смотри, сколько тут монет было. Уже почти 108000 мы собрали. Да, кстати, если много вот проезжаешь долго, да, то здесь монет больше дают, чем в начале. Больше пятерочек. Меньше единичек. Поэтому, если ты хочешь много заработать денег, конечно же, надо и больше проехать. Ну что ж. Вот, уже 8000, нормально. Тут у нас очень много машин, кстати, которые я купил. Еще не купил, кстати, не купил еще. Но открыл. И проблема в том, что ты не знаешь, либо прокачивать машинку, да, свою, либо покупать новые тачки. Хочется, конечно, покупать новые тачки. Но для этого, естественно, ты не можешь прокачивать свои старые машинки, которые требуют именно прокачку очень конкретно, очень серьезно. Ну и так выходит, что ты стоишь на перепутье. И либо прокачивать машину, либо купить новую. Много новых машинок. Так, мы снизу, да, поехали? Ладно, тут тоже, кстати, монетки есть. Так, ну вот.
осталось проехать 400, 170 метров, что ли. Где-то мы не смогли проехать дальше. Интересно, почему? Поэтому надо будет предельно аккуратно здесь ехать. Вот, смотри, видишь, что творится? Опа, теперь я понял, почему я здесь не мог проехать. Да, не хватает, конечно же, мощности двигателя. Так, мы немножко дальше бы проехали. Давайте сыграем в Brawl Stars. Так, у нас событий здесь много, которые мы не открывали. Эх, давайте столкновение возьмем. Возьмем парное столкновение. Посмотрим, с кем мы будем тут. А, выбрали уже, да, мне команду? Угу. Так. Стреляем, давай быстренько. А чё этот чувак стоит, миньончик? Не понял. Так, есть одна баночка. Так, теперь вот этого надо пострелять. Эй, какая ты быстрая. На, тебя убили, да? Хорош. Так, медленно как-то я иду. Очень медленно. Так, розочка. Все. Фига, как здорово мы всех поуничтожали. Это хорошо. А, три команды осталось у нас. Так, вот этого сейчас... Давай я быстро, вот, уничтожил. Пришлось использовать свою супру. О, столкновение, ребята. Так, где там вы, гады? Куда, где вы прячетесь? Я таким другом иду. А, с читером, фига, читер. О, давай это. Ну давай, бери. Пусть ты будешь большой. Во. Так, все, выиграли. Нифига себе, круто. Читер какой-то. Молодец, спасибо. Так, ну что ж. О, да, смотри, как его фоткают. На, ой, я промахнулся. Да как так? А как я так промахнулся-то? Ну ладно. Прыгалка, прыгалку мне взяли. Так, а со мной какие-то друзья здесь прыгают. Бомбочка и монетки. Не знаю, что они там сейчас дадут. О, да. Есть. Прыгалка у нас. Мне нравятся эти прыгалки. И бочки тоже нравятся. Только в них еще попасть надо. Главное, в последнюю еще попасть. Последняя сложная. О, перчатку вообще обожаю. Да, только у него 3 удара всего лишь. Было бы 6 ударов, а то и 8. Так, пробиваем стену. Да, мы впервые с ней пробили здесь эту сцену. Ох ты, супер удар. Вот это спасибо. О, да. Есть. О, вот эта вещь. Не зря, что я ее покупал в свое время. Ого. Нифига мы сколько прошли. Много пролетели. А-а-а, врезался в стену. Так, режим секундомер открыт. Соревнуйтесь, сотрудничайте с друзьями по Facebook, чтобы получить больше конфет. Так, разве общей сложности 12 вармишек. Пройди расстояние 2500 метров. Пьеса «Братаны». Удваивает количество денег, получаемых во время взлета на короткий период времени. Не, спасибо. Спасибо. Так, новый рекорд мы побили. Денег у нас куча денег. Да, посмотрим, что у нас тут можно открыть. Так, а помнишь, что мы там хотели? Мы хотели взять, вот, я не знаю, сейчас найду, вот этого чувака. А он стоит аж миллион. Миллион это дорого. Ладно. А давайте, ребятушки, это что такое? Что это было вообще? Куда деньги мои делись? На что я нажал? А это что такое? Ай, купи набор безумия. Ладно, поехали. Будем копить деньги, ничего не знаю. Вот, смотри, теперь попасть в него надо. А что там за секундомер, кстати, интересно? Ну ладно. Мы секундомер, я помню, что-то я им делал. Ладно, в следующий раз мы его используем. Хотя, он особо, может, не нужен мне. Так, первую пробили. Пробили быстро. Так, вторую сейчас пробьем тоже быстренько. Да.
И это при том условии, что как бы мы особо еще не прокачанные. Давай-давай, прыгалка есть. Раз, два, три. А, третий раз был какой-то слабый, мне кажется, нет? О! Так, пробью ли я следующую стену? Вот это вот вопрос. Пробью или нет? Следующую стену. Ну, она мощная, конечно, стена. Ну и скорость у меня тоже нормальная такая. Такая вот. О, да, бомбочки, бомбочки. И еще и денежки заработал. 3200. Ох, хорошо. Хорошо. Так, одну звезду мы получили. Давайте возьмем еще две звезды. Возьмем наш титан. Так, здесь у нас получается Феникс и типа Джокера. О, нифига у меня какая. Дружище, на какой... На каком танке прикольном. Так, подожди. О, давай напалм. Напалмом. Ё-моё, собрали все эти штуки. Ух ты. А чё ж они такие мощные-то оказались? Так, одного мы уничтожили, смотри. Этот бежит, бежит. Сейчас он щелкнется. Вот, я сказал, щелкнулся. Один удар, есть! Да, на таком большом танке он, ребята, не смог ничего сделать. Так, еще одну звезду нам нужно собрать. Я надеюсь, у нас получится все. Так, ну тут вроде бы слабые танки. Так, а у нас... Ну, у нас хоть я на Титане, то хорошо. Так, я буду здесь ждать, пока они подъедут. Ух ты! Какой ты хитрый, а в меня прям попал. Так, ждем, ждем, пускай подъезжает, я их напалмом... Напалмом сейчас буду щелкать. Так, а они убегают, да? На! Получи напалмом. Так, а этот будет напалмом получать или нет? Маленький этот Джокер. На, получи. Перевернулся, нет? Так, как бы нам этого щелкнуть, а? Вот, он взорвался. Хорошо. Мне надо в тебя уничтожить. Слушай, чувак. Да ё-моё. На. Получи хотя бы такой урон. Так, все, он мне надоел. Ты мне надоел. Да в смысле, где? Где была внезапная смерть? У кого? Так, вроде бы выиграли. Есть! Открываем, ребята, сундук! Сейчас посмотрим, что там будет. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! 113 монет! А кобра, круглая пила! Мы открыли. Ох ты! На кобре будет круглая пила. Так, Феникс, кобра, Джокер, баллистра. Всем добавили. Ну давай тогда сыграем. Выбираем кобру. Здесь поставим, давай, круглую пилу. Так, интересно. Ух ты, как она выглядит. А здесь можно повысить кобру. Давайте повысим кобру. Улучшим, отлично. И поедем за кобру. А, один на один, что ли, я выбрал, да? Что-то я не помню. Ну ладно, давай. С пилой. С пилой нам нужно поближе. Ох ты, ё-моё, гад, смотри, что творит, а. А, уничтожил меня. Ну, понятно, конечно. Пила — это фигня все-таки.